Здравствуйте, дорогие друзья! Что же такое вульвовагинальный кандидоз? Вульвовагинальный кандидоз или вагинальный кандидоз, тоже такой термин используется, либо молочница, то что используется на обывательском таком жаргоне. Это грибковое поражение вульвы и влагалища. Это женская такая вот проблема, инфекционная заболевание, которое, которое вызвано грибами рода кандида. Это одноклеточные грибы, которые в норме живут во влагалище, но при определенных обстоятельствах они активизируются и вызывают характерные симптомы в виде жжения, зуда, выделений белых творожистых, достаточно обильных, с кисловатым запахом. Кандидоз является достаточно безобидным заболеванием, однако из-за своих неприятных симптомов может серьезно досаждать и вызывать необходимость посещения гинеколога. О том, как бороться с этим заболеванием, вы увидите в других видео. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы и счастливы.